Во Владивостоке продолжается реконструкция подпорной стены возле Серой лошади. В настоящее время подрядная организация уже демонтировала старые конструкции здания. В процессе реконструкции будет восстановлен исторический облик объекта, предусмотрен полный ремонт балюстрады дома. Здесь также высадят новые зеленые насаждения и благоустроят прилегающую территорию. А система водоотведения защитит конструкцию от проникновения воды, что позволит обеспечить нормальную эксплуатацию подпорной стены и повысит ее надежность и долговечность. Напомним, что работы проводятся в рамках реализации проекта «Реконструкция морского фасада города Владивостока».